Здравствуйте. Всем привет, привет, привет. Очень классно, вас много, вы улыбаетесь. Это очень приятно. Все, я вас перестал видеть. Вообще перестал видеть. Но вы теперь нас хорошо видите, да? Я ничего не понимаю, надо хлопать или говорить. Мы сегодня будем долго играть. Да, потому что хочется все это. О, спасибо большое. Я теперь всех вижу. Спасибо. Главное правило, что если нравится, хлопать, если не нравится, уходите. Обычно чем больше вы пьете пива или водки, тем лучше мы звучим. Не забывайте, что мы в пабе. Так что будьте расслаблены, просто получайте удовольствие, да? 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 И мы сейчас играем песню, которую мы всегда играем первой, потому что она классная. И Серега ее поет. Серега, ты готов ее петь? Серега Борода. Ну потом, да, в нужный момент. Да, у нас есть люди, которые ходят к нам постоянно в наши концерты. Мы одни из немногих, у которых есть своя публика. Ура! Серега, спасибо, девочки. Все, мы начинаем.
Theatration. Theatration. Сергей Геер. Виктор Лучников. Антон Хабибулин. Антон Хабибулин. Виктор Лучников. И Антон Хабибулин. И самый красивый перфекционист Анна Горичева. Пока еще перфекционист. Мы сейчас сыграем композицию, ну, пошумим сразу. Вам нормально там, все хорошо? Громко? Так должно быть. Сейчас будет еще громче. Сейчас сыграем для вас композицию, которая называется «Хоккайдо».
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Че класно! Че превече! Че превече! А то ти би буде! Виктор Лушников! Сергей Киев! Анна Гуичева! И сейчас мы споем. Надо спеть. И это будет супер грустная, медленная песня. Да. Я сегодня видел какой-то пост в этом. Нет, наверное, не эта песня, другая. Я не видел пост в Фейсбуке. Там кто-то спрашивает, какая самая грустная песня про любовь из ныне существующих. Я вот голосую за следующую песню. Нет. Она называется «I can make you love me». У нас есть Марьяна Савон, у нас есть Анна Гуричева. Я сегодня решаю дать возможность спеть по одному куплетику в этой песне. Потому что они обе хотят спеть ее. Это будет первый раз. Это будет классно. Друзья мои, Марьяна Савон, Анна Гуричева.
вам песню, точнее, испытание. Песня «Шелуха», называется «Уху». Мы очень надеемся, что именно это у вас сейчас происходит на пол. Вместе с нами подпевайте. Готовы? Сейчас мы не менее мировую песню, она про странный мир. Называется она Heavy Cross. Я думаю, вы ее знаете. Наверняка слышали. Thank you.
Александра Гуричева. Как я и говорил, не уходи далеко. Я все-таки поговорила, если это сейчас эта песня, так бывает на наших концертах, знаю, что мы вдохновились. Это одна из моих самых любимых песен, в принципе. Надоело даже девушке, которая сочинила. Тихо. Песня группы «Снарки Папи». Надеюсь, что вам понравится. Thank you.
Сейчас мы споем очень красивую песню, она называется «Holy War». В ней говорится о том, что нужно любить друг друга, самое главное, в мире это любовь, а не война. Очень хотелось бы, чтобы мы все думали так же и ценили наш светлый последний мир. Thank you.
the ups and the downs, from the ends of the world, from the loss of the world. It's not a place, it's not a place. Thank you.
Спасибо огромное, что вы здесь. Нам очень радостно вас видеть. На самом деле, после этого концерта в отпуску все, да? Я уезжаю. Все тоже уезжают. Так что у вас последний шанс устроить настоящую дискотеку. Прямо здесь и прямо сейчас. Давайте покажем, как это может быть. Для этого надо встать. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Да, давайте, вставайте. Да, да. И теперь надо сделать так, чтобы люди на втором этаже услышали вас и пришли сюда. Thank you.
Wytawajcie, tańcy podążają. Thank you.
Thank you.
что мы были сегодня здесь с нами. Пятый вечер. Анна Гуричева. Сергей Геев. Виктор Лушников. Марьяна Самон. Антон Хабибулин. Дима Семеночкин. Николай Лукьянов, звукорежиссер. Саша Белов, спасибо. Слушай, я еще даже пиво не пил. Леша Белов, спасибо большое. Тоже звукорежиссер. Сейчас мы для вас сыграем последнюю песню в этом сезоне. Thank you.
Kostin, Сергей Гейр, Анна Горичева, Виктор Лосников, Дриана Савон, Антон Кутебулин, Николай Лукьянов, Алексей Белов, меня зовут Николай Моисеенко. Все дружно мои вокально-инструментальный коллектив Force Power. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Спасибо.